Скажите, дворец спорта готов уже к проведению фестиваля? Будет готов 30 числа. А какое-то дополнительное финансирование вы получили под этим мероприятием? Все финансирование, да, за счет дворца спорта и остаток субсидий, который был на 2019 год. Я задавал вопрос главе городского округа Михаилу Федоровичу Пирсову. Повторю его вам. Что дает Пушкинскому округу, в частности, дворцу спорта, проведение мероприятия такого масштаба? Ну, в первую очередь, наверное, это престиж городского округа и, соответственно, развитие массового спорта. Понял, спасибо.